сейчас нахожусь на большом мосту с обратной стороны. Это из Барнаула. Из Барнаула. Обычно в Барнаул едут, а это из Барнаула. Я снимаю их. Там видно монастырь. Это люди. Там большие дома, на волна, там называют. Сегодня я пришел сюда, чтобы замерить расстояние от воды, это об течет, до... Вот на чем стоим, уже с основания. Ну, я вот тут такой прибор сделал, и вот пришел с ним, и потом сколько до... Где вот асфальт ходят люди. И вот у меня такой простой прибор. Все, вдвоем, конечно, надо было. Ветер сильно отдувал, ну, сюда опустить. Дома. А дома я замерю, он там верхние, нижние палочки. А зачем это нужно вам, скажет. А затем, что много врагов. А мы ходим каждый... Вот взорвали мост. Сколько потратили на него? Сколько людей погибло? Крымский мост. Это Барнаульский. Он... О, 942 метра длина его. И вот мы молимся каждый день, приходим здесь, чтобы Бог сохранил. Не было покушения, там направителей, это отдельная молитва. А здесь, чтобы мост никто не повредил. И теперь я смотрю, каким способом враги могут это сделать. Подплыть, и там видно, где внизу. Я могу потом пока показать. И ну, на какой-то там лодке, не лодке, катерок, и там длинная лестница достанет, у них не застанет. Я не знаю, сколько сейчас метров это будет, но вот все у меня на руках, вот данные. Их нигде в интернете нету. А сегодня как раз вода сильно поднялась, началось сильное таяние снегов, так сказали. Вот оно как идет. Вот это дальше, что видно. Вот это что видно, что это Барнаул. Это я с обратной стороны. 74 шага, вот вход с этой стороны и тот вход, 74 между ними перейти, чтобы, ну и может на 77 сантиметров мои шаги, вот можно тогда посчитать. А тут наверху, когда какое освободили, город большой. И так все это вот идут дальше. Приваренные такие столбы, не так и большие, на той и на другой стороне. Очень красиво сделано. Только в разном направлении. Тут Москва, а на той стороне, если начнешь, там Москва с той стороны начинается, оканчивается Берлином. Трехрядное движение. Вот смотри, сколько. 4, 5, 5, 5 осей. Вот как идут люди. Я сейчас буду проходить, снимать, чтобы было видно, о чем я говорю. Это Барнаульский мост. И мы молимся, чтобы Господь сохранил его. А это вот там храм Иоанна Предтечи, Крестителя. Бывшее кладбище, а потом раньше еще строили для охраны. Ну вот сейчас я здесь буду сходить, здесь... 125 ступеней. Ну а сколько ступенька тут? Сантиметров 17. И вот плывут разные деревья, да большие такие вот. Это Обь. Самая большая река, как говорят. Где? Ну, в Сибири. Вот я сейчас заворачиваю здесь. И вон там вход, который с той стороны и с этой. Вот я замерил шагами. А шаги, известно, сколько у меня. Вот так. А здесь стоят баржи. О, вот какие. Говорят, что-то чуть ли не 12 тысяч тонн. Так это или не так, там можно найти все узнать. Вон он где. Смотри, какие балки. Господь сохраняет. Thank you.
тут специально наблюдательные пункты. Вот. Ну, это они так. Редко, я их даже не видал, кто это. Вот я-то спускаюсь по лесенке. Попутно показываю там баржи. Вот какие здесь флаги российские. Это с той стороны залазить. А это вот какие балки. Все как сделано. Это чудесно, чудесно. И мы молимся, приходим здесь каждое утро. Потому что 126-й псалом говорит, напасть бодрствует страж, если Господь не охранит. И мы хотим, чтобы Господь охранял. Охранял от недугодных людей, которые могут повредить. Ну, потому что все взрывается, горы ворочают, тем более мост. Вот сколько как посыпано какие-то гравием. Город чистый, прекрасный, Барнаул. 630 тысяч населения, как будто бы, уже сейчас. И 180 тысяч машин. Все машинами заставлено. Город Барнаул. Ломоносов говорил, Россия будет прирастать Сибирью, то есть новые там все земли. А Сибирь, про Алтайский край говорят, житница Сибири. Тут все. Пшеница, ячмень. Вот я уже дохожу до низу почти что. Благодарим Бога, что все у нас удачно получилось. Я иду. Вон на той стороне, это видно, вот это называется Буйки. Все размеры там даны и уходят. Ширина 32,5, кажется, метра. Это есть в интернете. Так, сейчас мы еще раз помолимся, чтобы Господь сохранил это чудо. Так, пошли, все. С той стороны сейчас зайдем, еще раз помолимся. Давай, бери за меня, чтобы уйти отсюда поскорее. О, Морена. Я иду, тут шатаюсь, не все вижу. Аппарат такой слабенький. А это опи. Повторяю. У ней, говорит, 50 пород рыб разных. Вот с этой стороны как выглядит мост. Со стороны города. Вот травы там выбираю, стригут. Жужжалки. Вот. Вот здесь помолимся, зайдем. О! Так, я тебе в руки передам. Руку туда просунь, только чтобы вот сюда повернись, с той стороны, чтобы от солнца было. Боже, бандилась там. Благослови, Господи, жителей Барнаула. Все познали тебя единственное представление. Руководство нужно расставить, чтобы они работали не только нашего жизненного человека, оборонного товарища. Где память и там молимся каждый день по разу. Все забили, а жить его нет. А он православный. Только добра сделал лично нам. Чтобы вы заметили не хуже, чем мы были любимы на вас. Защити Господи от ответа. Желающих сделать зло не допусти до этого места. Будь милостив к нам. Потому что 20 тысяч, кажется, проходит на машине. Благодарю.